Доброй ночи. Ночная вылазка. Весь день проспал, пролежал. Сегодня решил немножко покататься. Сколько надо? А, я где-то в конце тетрадки должен был записывать. Записали меня, да? Как Александр. Сколько? 120. Спасибо.
один человек. Никак нельзя исправить? Нет. Так мотор работает. Нет, просто под моим весом фиксов. Так ты не давил его? Нет, ну, то есть, когда под горки, да. Ну, резкий старт тоже, да. А он у тебя всегда вообще был. Даже когда я еду, он просто всегда был. Что сейчас? Ты спать должен, нет? Ты же в 9 ложишься. Ну да. У меня неделя выходного. Ну, да, видимо. Ну, даже в неделю выходного, в первый день, когда я возвращался, все равно лег в день. Я угораю. Я просто спал весь день сегодня.
бы упор, было бы попроще поднимать хотя бы. Холодные, холодные. Не, нормально. Там не очень холодно было. Так говорят. Холодно, когда там ближе к трём. Там уже холоднее. Там вес вроде. Да я вес не помню где. Там вон лесенки, а вон там вроде заезд. Или там заезд. Где-то, короче, заезд должен быть. Прям наверх. Вроде да. Прям туда наверх. А вроде так вокруг идет. Тут еще какой-то магазин должен быть крутой. Какой-то крутой с чем-то магазин. Блин, ну ночью, конечно, такое себе, да, согласен. Да, это оно. Тут есть, короче, Ассамблея. Вон там еще можно подняться по лесенкам, чуть повыше. Ой, лесенки не люблю. Нет, чисто так, пешочком. Никто ж тебя не заставляет. Блин, ну сюда, конечно, днем надо приезжать, да. Тут вышка, ой, тут смотровая, там внизу, туда, туда, туда. Такое вот местечко. Так, они едут куда-то непонятно куда. Они за кто? Они там вокруг ездили куда-то. Там Глеб, этот на Киселево чувак едет на своем. Глеб, Димон на Шермане. Маяка туда.
сейчас понимаешь, где мы? А под... Там был парк, и тут еще один парк есть. Тоже маленький. Ой. Ой-ой. Прошу прощения. Да. Я вот свое 2 дня уже не мыл. Так, там лесенки, значит, нам налево. Я его недавно купил, так что я еще не в курсе. Наверное. Ты ездил по такой резинке? А, да, кстати, я на такой же учился ездить задом на 8. Это хорошо. Манёвренность очень хорошая. Че, никогда не видел? Он тут всю жизнь стоит. Ну, типа, я тут практически никогда не видел. Может, вообще не видел. Я тут просто вот так вот не видел все.
Конкретно тут нет. Последняя моя поездка ночью закончилась падением. Так что я не очень. Особенно я. Ну, на клавиатуре ты точно был. Ну, на клавиатуре, да. Это как? Экскурсия? О. Придешь, приходишь домой. Так, где сегодня был? На Метеогорке, на клавиатуре, в центре, там еще на каком-нибудь памятнике, где еще не был? Нет, допустим, если я еще на час задержусь, то меня уже никто спрашивать не будет. Все спать будут. Ну, кроме брата, который ходит в шарагу и не ходит на первую пару, спит. А что, тебя не позвонят, не спросят, где ты? Нет. Э, что за фигня? Че? Забор? Да. Минимум месяц. Он в дендропарк уезжает. Отстой. Ну ладно. Господи, что так громко-то. Прям в ухо. Я не знаю. Я думаю. О! Поехали на Ромаш. Там ничего нет. Ну и что? Зачем? Кататься. Кататься между хрущевками. Так вот, на ЖБИ. Это вот на там есть парк. Что есть? Парк в лесу. Парк в лесу. Там, где белая башня. Что? Что за белая башня? Знаешь, что такое белая башня? Я знаю, что такое башня. Белой башни я не видел. Нет? Ну, видел белую башню, но, наверное, там нет. Ну, не видел, но забыл. Не знаю. Не припоминаю, какой белой башни. Thank you.
Что, тебя не спрашивают, куда ты ездил? И где ты был? Нет. А почему? Это то, что ты говорил? Ну это не Урал-Маш. Ну да. Поверните направо. Через 250 метров на светофоре поверните налево. Слушай, ну что ты жалуешься? Я 2 года откатал на 18-ке. А там еще вроде бы по крючке 2,5 или 2,125. Да, 2,5. С подушками только и все. Ну, у меня вообще нету. Ну, есть как бы. Ну, может, сказать, что их нет. Нет, просто я привык ездить быстро и вот по очень хорошим дорогам. А тут такое. На светофоре поверните налево. Через 250 метров поверните направо. Радуйся, пока можешь. Держитесь левее. Поверните налево. Поверните направо. Вот стена резная. Через 200 метров поверните направо. Если тебе интересно. Из камешка или из чего она, не помню. О, ремонт. Да нормально все. Все нормально. Ну, почти. Поверните направо. Ты не отстал? Двигайтесь прямо. 600 метров. Все нормально?
Да. Через 500 метров поверните направо. Велики едем. Стоит функция типа. Да. Какой? Я тебе скину трек, когда проедем. Или ты тоже пишешь треки? А я не пишу. Почему? Память? Потом будешь показывать там, не знаю, маме, папе. Смотрите, я сегодня ночью ездил на Уралмаш. Тут, короче, односторонка. Поверните направо. Ты ж тут как повезет. Либо ты, либо в тебя. На светофоре пройдите прямо. Там ЖД вокзал. Двигайтесь прямо. 600 метров. Я тебя хуй на 18-ке поехал. Двигайтесь прямо. 600 метров. Поехали! Все, у тебя трешка, он спокойно поедет. Да? Да. Я в этом не уверен. Давай. Ты же на трешке едешь. Я тоже страдаю, меня тоже носит. Без упора чего-либо. Давай пешком пойдем. Я тебя поддержу. Осваивают бюджет. Четыре километра. 25 минут.
поверните направо. Да пока уже не скачу с этим. Все, погнали. Двигайтесь прямо. 1 километр. 300 метров. На нем удобненько. Ну, блин, сейчас я кушаю. Не, ну очень было удобно. Нереально. Есть кто-нибудь поблизости? Кто-нибудь спит, не спит? Никого нет. Или у меня рация не ловит так далеко. А почему вы разговариваете по рации? Ну, у тех, кто катается на колесах, у них частота своя. Вот. А типа... Ну вот когда бывают большие какие-нибудь глобальные катки, например, едет, одна группа сзади отстает, и тот, кто с рацией, он спрашивает, куда вы повернули. Те им сообщают, и все, так удобнее. Прием, есть кто-нибудь? Никого, все спят. Ты понимаешь, где мы? Я понимаю, что еще плюс-минус 3 километра до Гопоты. Вот что я понимаю. Нет, ну серьезно. Ну, а вот это серьезно. Изучаем город. Изучаем город. Ты знаешь, где мы? Могу знать. Нет, зачем узнавать? По карте каждый знает, где мы. Ну вот, вот мы сейчас едем прямо. Доезжаем и куда мы попадаем? Если повернуть налево, что будет? Примерно ориентируйся без карты. Плюс-минус. Ну если справа Урал Маш, а слева. Притом, вот смотри. Обычно как ты въезжаешь на Урал Маш? Допустим, я навигируюсь по карте. По трамвайным путям. Ты едешь на 8-м трамвае. Он едет как? Ты едешь по центру, поворачиваешь по кругу вот этому трамвайному, по Ленина, на круг трамвайный. Один на площадь, второй на ЖБИ. Третий на кинотеатр и наверх на ЖД вокзал. Восьмерка идет. Ни разу не идет. Ну хорошо, в сторону Пионерки. Ты доезжаешь мимо Пионерки. Пионерка у тебя справа, паркхаус с правой стороны. Трамвай едет дальше прямо. На Уралмаш. Ты въезжаешь в центр Уралмаша. А тут мы заезжаем с левой его стороны. Грубо говоря. Соответственно, там у нас Уралмаш с крайней стороны, а с левой стороны этот китайский рынок, который горел. Что? Китайский рынок? Ну да, да. Я знаю Свердловскую Рублевку. На другой стороне Кирпича. Ну нет. Соображай. Как это? Как это место называется? Там, где все торгуются. Что, это рядом с Дивсом, что ли? Нет. Тогда без понятия, конечно.
Спасибо. Опа, боль. Завод можно? Да я сейчас жужелицу не подбросил с тобой. Я уже видно. Хочешь сказать, тут ни разу не был? Хочу сказать, что ГПТ уже рядом, поскольку везде осколки стекла. Вот что. А еще видел тачку на здании? Видел? Тачку на здании. Вот тебе белая башня. Раньше она была открыта, можно было подняться прямо на самый-самый верх. Сейчас что? Сейчас закрыто. Почему? Не знаю. Старенький.
А? Белая башня? Нет, вот белая башня. А это белая башня? Так это рынок. Так назвали, потому что он вблизи белой башни. И тачка наверху, на стенке. А если белую башню снесу? Почему так же белая башня будет? Заклинило, наверное. Короче, внутри вот этой штуки такой огромный стакан. Тарелка, я бы сказал, даже. Сейчас мы поедем на Эльмаш тогда, получается. Выкатимся на Победы, улица Победы, там дальше прямо. Повернем направо. Там вроде колеса разбиты, нет? А? Колеса, да, да. Шерман обязательно не будет. Или нет? Можем, короче, доехать до Вермола. Потом оттуда, типа по той улице, и сразу выехать на Шевскую, чтобы не ехать через этот, через Эльмаш. Это Пинский комиссаров сейчас. А? Это сейчас на Пинский комиссаров. Вот придешь завтра в школу. Сядешь на стул и будешь такой: «А-а-а! Я начинаю понимать, что мне завтра в 8 вставать. Я начинаю понимать, что мне завтра в программировании идти. А там преимущество стоять. Тогда сразу домой. Абсолютно люблю. Не знаю, да хоть колышек можно ем, хоть что-нибудь. Еще можно посидеть, кроме того, с... Да, дом. Ты кушал сегодня? Поехали давай. Сейчас устроим тебе лавку, потерпи. Заедем во двор, то будет тебе лавка. Ай, будет еще катать. Куда-нибудь направо, например. Поворот. Я где-то, как это, тебя извращаю, чтоб ты по камням поездил.
Я ищу лавочку. Стоянки. Какую-нибудь лавочку. Ни одной лавки. Двор без лавки. О, если это, кстати, тот двор, то направо. И налево. А нет, это не тот двор. Налево. Налево. Да, 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 это тот двор. Хочешь водички, если он не спит? Нет, он не спит. Тут сейчас будет стадион, ой, этот маленький вот здесь. И вот там вот, да, вот там вот слева от стадиона. Вот здесь вот, короче. Вот прям вот здесь. Вот прям вот здесь. Вот прям вот там, да. Вот прям направо надо повернуть, короче. И вот где-то вот тут вот справа должна быть она. По крайней мере, была 2 года назад. Подожди. Но она была. Была хорошая стенка. Тут вообще ничего больше нету. Так. Ее так же украли, как он сестер. Что-то видишь? Что это? Почему? А почему? Нет, ну почему? Подожди, чё, я зацепился обо что-то? Меня... Всё. Чё ты как маленький? Не соображаешь? Вот тебе лавочка. Всё. Садись. Ты ж хотел лавку, вот садись. Что? Я нашел себе лавочку. Куда ты? Куда-то ехать? Я тебе говорю, меняемся, я поеду на твоем, ты на моем. Уверен? Чё? Я уже думаю, что я не могу брать. Это монетка. Она оранжевая. Не, что же ты думал меняться? Я на твоем долго не проеду. Почему? У меня ноги очень быстрые. Послушай, что у спина затекла, чем у меня. Я думал, сейчас. Очень молодой. Еще моложе тебя, что ли? Не, на год старше. Очень молодой. Ну, как? Явно моложе тебя. И что, вы меня вдвоем будете доставать теперь? Куда? Ну тебе зато не скучно будет вместе кататься. Ну да. Нет, просто он как бы может на велике и сороковку пока что. Но он на
самокате катался электро. Он его продал. У него сейчас 60 экзамен, трудно сдать. Еще плюс 20-ка. И в целом еще за что-то фигу за это шла. За хорошую чужую горе. Ты же не подписан на мой канал? Подписан. Зачем? Надо. Зачем? Смотреть, какой у тебя режим расписания. Почему нет? Не, я про... Снимать тебя и там, летом. Хорошо же. Про YouTube. Про YouTube? Да. Нет? Хорошо, я не надо. Подписано один канал, который за вход Люкас. А, ну все тогда. Сейчас это японская парикмахерская рядом. Метро Уралмаш. Станция метро Уралмаш. Я знаю, только сейчас помню парикмахерскую. Еще. Все как ты любишь. Да не вставай, пошли пешком. Не вставай, говорю, пешком пошли. Разомнешься. Нет? Уже нет. Уже нет? Ну ладно. Не хотела. Короче, после завтрашнего дня, после сегодняшнего дня я начну доставать себе особенности, буду включать геолокацию. Кстати, это было бы очень хорошо. Включать геолокацию. Зачем? Чтобы я мог таких знать. Тебе надо с этим чуваком встретиться, который тоже на Уралмаше живет, у него колесо появилось первое. 22, у него не прошка, у него обычная версия. Вот там прям такой звук офигенный, а тут уже исправили. На этом новом моторе совсем другой звук. Симфония какая-то, не знаю. Там прям... Я почему называю его троллейбус? Потому что там реальный звук троллейбуса, а тут совсем другой. Там реальный звук троллейбуса? Да. Ой, как я хочу это послушать. Вот он сегодня на катке был, судя по фоткам. А, вчера был, да. Когда они куда-то туда наверх катались. Моргает? Давай тогда налево. Подожди, сейчас проедет. Налево. Раз там моргает, поедем по этой стороне. Ты сейчас понял, куда мы едем? Не очень. Но явно назад. Туда не будет. Ну это да. Мы едем на Химаш. Ой, на Химаш, на Эльмаш, на Эльмаш. А? На Э, Эльмаш. Эльмаш. Они честно связаны вот этой прямой. Я уже не понял. Надеюсь, там камеры. Нет. Город ремонтируют, как ты хотел.
Почему сейчас? Почему именно ночью этой, да? Нет, вот когда Бог у меня, вот тогда его ремонтировали. Там я далеко не мог ездить в любом случае. А сейчас у меня нормально. Я могу далеко ездить, но не могу. Хреновая дорога. Бани нет вообще. Надо было заказывать подвес. Выпрашивать. Тем более на X больше аксессуаров. Каких? У тебя есть чехол. О. Так, еще что? Вот и все. И на этом закончили. Ну, ну блин, тут сиденье если ставить, надо хотя бы стаканы усилять. Ну, это да. У вас же все в пластик крепится. Да, кстати, этот пластик начинает немного поскрипывать, когда ты туда приедешься. Это типа в норме? В пределах нормы, не? Угу. Не, просто когда я ездил на жестком режиме педали, там вообще так скрипело. Не, там еще съезд был, так что это да. Убить. Страшненько. Хотя бы надо подушки. Обычные, пофиг, любые. Нет, как бы так резко можно ускоряться. Ну но... да, но ты кузнечик. Ты можешь превратиться сразу в реверс. Да. Я брал колесо у блоки, когда мое в ремонте было, чтобы до дома доехать. Мне жутко было страшно на этих упорах, которые типа готвеевские такие овалы. Не, на самом деле они хорошие, просто если в них упираться, они шоркаются. Они мягкие и как бы типа вспененный такой материал. Блин, у меня буквально почти нет подушек. Не, почему они мягкие, типа они... не чувствуются больно. Они низко для этого колеса, понимаешь? На той же 18-ке ты хотя бы упираешься, ну типа вот этим местом. Хотя бы, ну, в подушку у тебя нога падает. А тут уж как-то оно слишком низкое, что ли. Ну, мне практически нормально. Мне очень нравятся подушки, которые прям под X сделаны. Прям идеально влезают. Не которые тупо... Рога? А? Рога? Нет, это... Типа... Там кто-то делает такие подушки, я не помню уже. Они как будто из валенок, короче. Ну как бы. Типа. Материал такой. Просто чтоб ты понимал, где мы сейчас находимся. Нет, смотреть не нужно. Нужно знать. Ну, заправка. Мы открылись. В смысле открылись? А, маяк. Маяк открылся. Ну, заправка. Чего-то там. Там 30 секунд можно замедлиться. Короче, я брал колесо у Ромы на прокат. И решил давануть по прямой, вот здесь вот, вот так, вдоль этого забора. Там, когда разгоняешься, там в одном месте есть яма. Тебя выкидывает на этой яме, и под ямой провал. И у меня так получилось, что я подпрыгнул на ней, и в это время давлю вперед, и у меня колесо вот так вот накренилось просто вперед. И в это время как раз... это было на шапуше там. И я думал, что сейчас все, капец, типа я полечу и все, сразу же насмерть. Ну, упаду вперед, оно по мне прокатится или типа того. А потом у тебя Рома, уже Рома по тебе прокатится. Да, да, да. А получилось так, что меня подкинуло, и там как раз в момент приземления, там, видимо, доли секунды оставалось до этого, оно у меня коснулось земли, и хоп, сразу же выровняло баланс. Это так страшно было.
Это вот как раз таки, типа, где-то тут или где-то там чуть подальше. Не, там... Наверное, вот здесь вот меня подкинуло. Вот, вот. Я прям перелетел, короче, и сразу же сцепка появилась. Очень страшно было, очень. Блин, вообще такая дорога опасная. Как можно вообще навалить? Что? Да легко. Блин, у тебя к нему упоры эти вообще. Куда ты желание, я не смогу так быстро. Мы сейчас выезжаем на Шевскую, нам направо. О, от Шевской я... Доезжаем до двух мостов, проезжаем сначала большой, поворачиваем направо и заезжаем на маленький пешеходный мост. Вот заезжаем туда наверх, на маленький мост. Через Шарташ и домой. А, ты справа ехал. Да вот. Не, просто музыка справа играет, по духу. Вот такая вот экскурсия. Маленько осталось. Ну, как маленькая? Да тут по прямой и по прямой сквозную. Видишь, полосит. Замерз. Ну, это кран такой. Бракованный. Требовательное приложение, ты его не скрываешь, и все, и оно как тратит мозг заряд, работает как тревога. Где ногу ему греть, все, хорошо. Вот бы, конечно, руки грел, но ладно, сойдет. У меня перчатка не скрывала, это еще такая петля. У него пальцы голоса. А на локти есть? Это настолько муторно надевать, еще и там липучка хреновая. Короче, ну их нет. Я это не буду переживать еще несколько раз. Не, ну с клиниками хорошо получилось, там типа липучки не надо, там на специальных этих. Ну у меня такие же. А? Только китайские. Ну, я не знаю, чего они там есть, нашивка. Но сейчас не могу прочитать их. А, нет, они вообще перевернуты, эти машины. Они смотрят уже. Это ты меня на жибайке постоянно спрашивал сначала про колесо какое купить. Или не ты? Меня какой-то парень доканывал первое время. Я проезжал на 18-ке, меня спросил, привет, привет. Я говорю, какое лучше купить колесо? Он сначала про InMotion сказал. Я, ну, какой-то типа, что-то типа V8F сказал. Я такой, что это такое? Я говорю, InMotion. Не ты? Нет? Наверное, нет. Я не спрашивал. Потом недавно я ездил на 22-м какое-то время, потом опять на 18-ку пересел. Он меня спрашивает, а где 22-й? Я говорю, да он в ремонте. И все. И он, видимо, что-то так и не купил колесо. Ну, не знаю, но V8 было немножко тяжело. Да и скорость не хватало, там всего-то 35. Ой, куда тебе? Блин, допустим, вот деда под болтосом гонять.
на мобиле. Вот это хорошо было. Это был первый раз, когда я 50 раз играл. Ну, чисто ради понтовки. Надо было. Чтоб ты знал, мне не кайфово, я тоже сейчас страдаю. Слушай, ты хотел... Нет. Нет, серьезно. Седло очень твердое. Я сижу на костях. Да? Да. А если я буду сидеть, то это будет седло, блин. Я сижу на просто прямоугольнике. У меня еще и поверхность неровная, у меня подружка. В любом случае это больно. Вот если я сейчас сяду, вот это боль. А, нет, сейчас хорошо. На P8 было реально кайф. Там типа ты вообще ничего не касаешься, ты типа ляжками упираешься в это. В подушки они широкие, типа, и все. Типа, даже если кочка какая-нибудь. Не больно вообще, хорошо. А то вообще никак. Нет, что, не нет, это лайфхак, как объехать этот светофор. Там типа все из мрамора, громадные прям монументы, там типа цветные гравировки на мраморе. Бывают такие места. У нас тоже, где бабушку похоронили, там заезжаешь сначала с левой стороны, и там огромные гигантские гранитные штуки всякие. Нет, типа там уже запрещено впереди хранить, но там типа недавно ходил, типа по плату может. Там типа эти соломашки какие-то. Наверное, да. Наверное, какой-то плотной кожа, которого громадная это, там есть столики мраморные, еда мраморная, это вообще цветная гравировка на мраморе. И сколько это мотивация. Еще и сам вот передний в ряду. На угле, типа, сразу два места. Ага. Он перекрыл дорогу. Подожди, да куда ты? Поехал.
есть уголки, ой, эти болты, видишь? На болт накатываешь и перекатываешь. Че? Да, да, да. Че, будем хвастаться светом, у кого круче? Это ближний. Нормально? Нормально. Хоть какой-то плюс. Было прекрасно. Бесплатно поел. Там еще дороги, кстати, вообще ужаснейшие. Там все в камнях, не купано. Нормально. Едем. Ну тут-то ты ездил? Тут где-то дерево должно быть, которое тебе по голове бьет. Дерево, которое по голове бьет? Да. А тебя оно вообще снесет, что ли? Да. Дерево, которое по голове бьет. Сейчас увидишь. Я тут не вижу, я дерево, которое по голове. Или мы его уже проехали? А, это, которое упавшее? Нет. Направо. Наверное, проехали уже. Честно говоря, я уже не помню, где оно. Ну, мы его, наверное, проехали. А наверное, да. Ну, вот раз с моей стороны. Да, да, да. Все объехать немножко. Да, да. Ну, четко я на уровне моей пушки была. Что у нас по температуре, интересно. А что, есть термометр? Да, у тебя тоже есть. Нет, термометр на градусе, который сейчас показывает, и колесо, и направо, и колесо, и это, ой, этот, и контроллер. Там два датчика стоит. У меня какой-то тоже темп 1 и температура 1. Да, да, да. Я не помню, какая за что отвечает, но насколько я помню, первая температура это контроллер вроде, а вторая это колесо. Насколько я помню. Контур сверху, это колесо снизу. Да, очень хорошо. Лучшая дорожка. И холодно. Ну,
прокачешься. Что? Прокачешься по прямой. Замерзнешь. Домой приеду, выключили, все. Носил бы этот хотя бы закрывашку на горло. Баф. Баф называется. Не знаю, у меня и снуд, просто снуд. Все. Это вот. Нет, такое, горло мне не жарко, горло мне хорошо, тепло. Я ощущаю сейчас руки, я ощущаю тело, вот что. Мы с Уленом просто в комнате все. В кармашке руки спрячь. Да что, будильник что ли, что же падаешь вот так? Не, не хочу. Тогда как Рома, слышишь, тогда езди как Рома. Вот так вот сзади руки. За спину и с замочком. Под себя, под рюкзак. Нет, я ну да. А, нет, так не видится. Тогда по плечам было. Куда? Куда? На улицу куда? Зачем? Надо. Нет. Отстань. Двигайся. Я еще шлем закрою, так мне вообще тепло будет. Блин, у меня тут повсюду дырки. Все. Я думаю, реально вообще повсюду дырки. У меня везде холодно. Нет, все, я быстро еду. Так-то даже спина пробежает. Мне тоже тогда было холодно, я просто перетерпел, разогнался по-быстрому, доехал до этого, до угла и потом полз. Когда было холодно, жутко. А? Кабанчик. Хочу увидеть кабанчик. Кабанчик? Бакуриан, кабанчик. Лиса, если только может быть. Блин, хочу увидеть кабанчик. Просто хочу увидеть кабанчика. Интересно, кабанчику сейчас холодно? Кабанчик много ест. И у него сальце. Так что ему не холодно, мне кажется. Еще, конечно, холодно.
Рядом с озером, только что-то как-то холодно. От озера же тянет. Зато никого нет. Извини, это я пукнул. Вот даже сейчас в рации, наверное, никого нет, все спят. Ну, может. Да, никого нет. В 2 часа ночи, когда я последний раз гулял, так поздно. Там на лавке еще кто-то был. А там обычно самокатчики сидят, пьют. Не, не самокатчики, там один на гимнашке и другой на 16С. Я когда попробовал, там манёвренные... Жабки. Что за жабки? Жабки. Жабий хор. Там еще утки крякают на побережье. На главный камень кляк. Но я туда не пойду. Там от воды такой чай. Зачем же сделали хитбургер? Зато приезжаешь домой, у тебя ноги под, под коленниками, теплые, потные. Да, у меня, кстати, так всегда было. Вот на прошлом там была какая-то реально очень теплая подкладка. Там на улице холоднище вообще. Засунешь руку вот на коленник, там такая жарея. О! О! Слышь! Чё? Нифига! Эти штуки поставили. Экология! Сдавай пластик в пластик. Прикольно, прикольно. Рассветная сколько? 6-3? 6-2? Ой, 6-2, 6-3? Ой, 6-1, 6-2? Какая рассветная? 8-2? Ты говоришь, ты на рассветной живешь? А, тринашка. А. Самая счастливая. А подъезд? Третий. А? Третий. Только не надо супер хорошего света. Нет. Полиция, полиция, полиция едет, полиция. Налево уходит. Надо бежать во дворы. Да они знают меня, я тут уже, знаешь, они хавают, я мимо них проезжаю постоянно. Здороваемся, общаемся. Чё она плохая-то? Я постоянно тут езжу. Чё, говорю, она плохая-то? Я тут постоянно езжу. Право. Нормально, даже меня трясет. Вот именно это, настолько хобно, Ага, и машин куча понаставлена, как всегда.
Попробуй тут через угол съехать, не врезавшись в тачку. Ну, кому как. Меня-то тянет с большим колесом. Что, тебя подтолкнуть? Жук, аккуратней. Жук, да. Че? Надо беречь жук. О. Нет. Они же травоядные. А, понял. Жук. Жук. Оф. Песочек. Песочек. Ворот. Ворот. Куда хочу, туда еду. Все? Молодец. О, прощайся с людьми. Кто будет смотреть эту фигню? Прощайся, прощайся. А, да, пока. Все, теперь домой. Сколько он сказал? 2 часа?
доброе и позитивное. Хорошее настроение.